Всех приветствую на канале Binary Links. Только что завершился 43-й Land MDR, вернее его рабочая часть, и в связи с этим я решил записать видео-обзор своего участия в этом событии. Вот. Для тех, кто не знает, что такое Land MDR, это Game Jam. Ну что ж, пожалуй, некоторые могут не знать, что такое Game Jam. Итак, Land MDR — это событие, проводящееся на постоянной основе каждые 4 месяца, когда одному разработчику предлагают с нуля на заданную тему создать в течение 2 дней игру. Вот также есть второй, в Land MDR конкретно, есть второй формат, когда команде из 2 разработчиков тоже предлагается создать с нуля игру, но за 3 дня. Вот я участвовал в одиночку, и, соответственно, это видео будет из себя представлять 24-часовой таймлапс рабочего времени, которое я провел над игрой. Именно 24 часа я потратил на создание этой игры. И оно будет интересно, я уверен, всем, кто участвует в подобных событиях, а также просто людям, которые заинтересованы в создании игр или интересуются этой темой, поскольку будет полностью описан процесс от начала до конца, и вы сможете его увидеть. Любой Land MDR начинается с того, что всем разработчикам сообщается тема. Тема этого Land MDR звучала как Sacrifices must be made, или же жертвы неизбежны. Это, по крайней мере, лучший перевод, который я смог сейчас придумать. Вот. Поскольку, заранее предупреждаю, это видео было записано спустя 2 дня после того, как я завершил непосредственно его разработку, и оно ускорено в 100 раз, я едва ли за всем буду успевать. Но сейчас, в данный момент, можем видеть, как я разрабатываю концепт самого приложения, используя графический редактор и Word. Также уже перехожу несколько к более техническим моментам, в частности, разрабатываю архитектуру используемых классов. Вот, сама игра, концепт игры заключался в том, что вы на космическом корабле, возвращаетесь домой, и чтобы выжить, чтобы ваш корабль смог преодолеть это путешествие, вам необходимо жертвовать различными предметами. Ну, скажем, у вас протекает система водоснабжения, труба. Да? Изначальный питч был такой, что есть вентиль, да, в какой-то момент вентиль отваливается, и вам, как капитану корабля, необходимо взять штурвал и заменить этот вентиль. Соответственно, у вас теряется управление, вы жертвуете возможностью управлять кораблем. И вот, и в принципе, геймдизайн сводился к тому, чтобы найти вот эти вот жертвы, найти моменты, которые могут заменять друг друга, и, да, балансировка, в принципе, вот этих всех параметров. Вот, естественно, в начале игры не было никакой, в начале разработки не было никакой графики. Я начал, как видите, просто с перемещения персонажа и простых спрайтов, которые были и так встроены в Unity. Вот, для меня была большой победой, если я смог бы разработать вот эту базовую систему, что у меня есть какой-то объект, в нем есть какой-то предмет, есть еще один какой-то предмет и объект. Я могу снять предмет с одного объекта, положить его на другой, да? Вот, и как раз сейчас я этим и занимаюсь. Я тестировал это с вот этими примитивными шариками, кубиками и так далее. Вот. Я помню свой первый успешный тест, он подходил под песню Staying Alive, и, возможно, я ее даже в итоге пущу под, так сказать, бэкграундом к этому видео. Вот. Сейчас можно видеть, как я дорабатываю все предметы, которые будут в игре, по крайней мере, изначально я планировал, которые туда добавить. Вот, и начинаю переходить к графике. В качестве графики я выбрал пиксельную, потому что рисовать я не умею. Собственно, что пиксельный персонаж мне изначально был более предпочтительным. Но, тем не менее, в итоге оказалось, что, вероятно, стоило использовать обычную графику и вот эту пиксельную анимацию использовать только для персонажа. Вот. Было несколько вариаций, как вы видели, с самим персонажем. Там в какой-то момент он был фермером, Марио, кем, евреем каким-то. Но в итоге я говорю «мы», потому что со стримом периодически общался на эту тему. Вот. Я решил сделать вот таким брутальным работягой. Вот, это первая анимация ходьбы. В процессе создания анимации я... На самом деле я не знаю, что это было. Мне кажется, в тот момент я просто уже устал, и мне стало скучно. В любом случае, в этой игре представлены анимации просто ходьбы, айдл, то есть бездействие, когда персонаж стоит на месте, чтобы он был не статичен, чтобы он дышал. Вот. И прыжок. Но прыжка в итоге не было, потому что это никак не помогало игре, я прыжок убрал.
Вот. Затем я начал разрабатывать пропсы, то есть полностью объекты, которые будут присутствовать в игре. Кстати, сейчас можно видеть, как я разрабатываю монстра. У меня было несколько неудачных попыток, после чего я накалякал все-таки весьма милое существо, которое впоследствии даже оказалось не монстром, а моим питомцем. Да, изначально задумка была совершенно другая в плане именно вот этого монстра. Он должен был быть агрессивным, он должен был грызть клетку, он должен был мешать игроку, он должен был его убивать. Но в конце концов, то ли из-за нехватки времени, то ли из-за того, что я посчитал, что это просто лучше, более подходящая идея, и мы сделали его просто питомцем. И он у вас есть, он ничего, по-моему, особо-то и не делает, но просто это зависит от... От этого зависит конец игры. То есть долетели вы один или со своим любимым питомцем. Вот уже начинает просматриваться основной контур корабля, пока что без цвета. Вот добавляются еще некоторые детали, которые я мог изначально забыть. И в принципе вот этот процесс постоянного улучшения графики или постоянной работы скорее над графикой, да, потому что я не считаю, что она получилась в итоге какой-то хороший, да? Но мне кажется, я сделал все, что мог. Я считаю, что я проделал неплохую работу. После того, как были созданы основные пропсы, их нужно было перенести в Unity. Это была дополнительная главная боль, поскольку я давно этого не делал. Пришлось с этим, конечно, повозиться немножко. Также после того, как были перенесены все изначальные объекты, естественно, выяснилась нехватка некоторых объектов. А также пришлось вспоминать, как настраивать анимации. Вот, причем в итоге мне нравилось, как это все происходило, потому что я помнил, какие туториалы я когда-то смотрел, чтобы это выучить. Но когда я их открывал сейчас, я по какой-то причине... Все туториалы, которые я открывал, они мне никак не помогали, и в итоге я просто сам не смог, приходилось что-то вспоминать. Вот. Это первые тесты перемещения персонажа. Это один из самых забавных моментов моего Ландендера. То, что происходило, было довольно базово на уровне программирования, но эффект был такой, что я мог перемещаться, у меня проигрывалась анимация вправо-влево, но при этом, когда я перемещался влево, мой персонаж переворачивался с ног на голову, и, по сути, да, ходил вниз головой. Это все быстро, конечно же, починилось. Вот, после того, как были отточены, я хотел сказать, но на самом деле все в этой игре довольно вонки, все так шатко, да, не отполировано. Вот, после того, как была завершена, по крайней мере, работа над перемещениями, я продолжил работу над системой предметов и системой поломки. Для этого мне нужно было ввести новые классы. По части программирования это корабль и Event Manager. Вот корабль служил целью контролирования ресурсов корабля и всех предметов, которые на нем установлены. А Event Manager периодически вбрасывал в игру какие-то события, например, события случайной поломки. События случайной поломки объекта или события метеорита, да, что перед нами появляется метеорит, и нам нужно быстро подбежать к колесу, нажать на колесо, на штурвал, правильно сказать, правильно? Вот, чтобы избежать столкновения с ним. На самом деле, я сейчас вспоминаю, что изначально со всеми событиями были какие-то проблемы, но в конце это свелось к проблеме балансировки. Я не знал, как часто события должны происходить, чтобы у игрока была, во-первых, необходимость что-то чем-то жертвовать. Изначально происходило следующее, что игрок просто запускался, у него полпути не было никакого ивента, и он благополучно просто долетал домой без какой-либо необходимости вообще что-то нажимать. Вот. Я заменил это на
более сложную версию, когда у игрока было меньше времени реагировать на метеориты, ну, в принципе, на события. В принципе, в этой игре два события. Это событие метеорита, событие космической туманности. Событие космической туманности длится какое-то время, и за это время нельзя превышать определенную скорость. Определенная скорость — это скорость, как это правильно сказать, одного двигателя. Да, потому что в этой игре скорость, по сути, определяется количеством работающих двигателей. Если работает один, то у тебя скорость... Ну, не столь важно, какая скорость была. Но, да, впоследствии, кстати, я добавил переключатель скоростей. Так что теперь можно было, чтобы сбросить скорость, не только сломать один из двигателей, но и все-таки использовать рычаг переключения скоростей. Вот. А также я начал переходить уже к некоторым моментам полировки игры. И добавил систему частиц, которая бы представляла продвижение корабля по космическому пространству. Я сделал конус, из которого вылетали частицы прямо на меня, и казалось, что это звезды. Естественно, немаловажный этап создания любой игры — это создание музыки. И несмотря на то, что я неплохой, может быть, исполнитель, да, я музыкант, в процессе создания музыки я испытывал явные трудности. Тем не менее, конечный саундтрек получился весьма неплохой. Но суть в том, что изначально он такой получился, как он вошел в игру, и я очень долгое время просто пытался его модифицировать, как-то улучшить. Но в итоге я решил, что простота — залог успеха в данном случае. Да, также музыка, естественно, была создана во время этого события. Переходя постепенно к полировке, я уже начал часто запускать игру. Я начал добавлять те элементы, которых изначально не хватало. Например, добавил интерфейс, который бы показывал продвижение игрока к конечной цели. То есть, по сути, это и есть игра. Да, игрок просто должен пролететь расстояние какое-то. Вот, и я добавил изображение корабля и планеты Земля, чтобы было понятно, куда он, собственно, летит. Также впервые в моей игре появился тот самый монстр. Как только я его перенес в игру, он у меня и превратился в моего питомца. И да, я доделал быстро самого питомца. Сделал так, чтобы он ел еду, поддерживал в себе сытость. И в зависимости от того, жив он остается у меня или нет, в конце вы получаете два разных сообщения о том, как вы завершили игру. И таким образом мне бы хотелось уже перейти к завершению этого видео. Общие впечатления от этого мероприятия у меня остались только положительными. Результат — моя игра по-прежнему сырая, но она сделанная, она рабочая, и я этому безмерно рад. Вот. Если вам захочется ее протестировать, я обязательно оставлю ссылку в описании. Я надеюсь, она вам понравится. Если вам понравилось видео, я надеюсь, что все получили от него того, что ждали, у вас появилось представление об общем процессе создания игры от начала и до конца, вот, то ставьте лайк, подписывайтесь, и обязательно буду ждать вас на своих стримах. А до тех пор, всем удачи и пока!